Во дворце спорта «Триумф» прошел 12-й международный турнир по карате имени дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Горбатко. Соревнования собрали более 800 спортсменов. На большом событии побывала и наш корреспондент Мария Кузьмичева. Зрелищно и масштабно. Этого события спортсмены и болельщики ждали год. Турнир по карате имени Горбатко крупнейший в России. Открыли его солдаты президентского полка, группа спецназа «Альфа» и мастера единоборств. Среди почетных гостей праздника – герои России и Советского Союза, именитые спортсмены и представители власти. Все, кто пришел сюда болеть, а здесь есть и друзья, и родственники, и просто добрые соседи. Я думаю, все мы получим удовольствие от увиденного. Если спортсменам пожелаю каждому удачи, каждому побед, но мы все уже здесь, мы уже победили. Проведение турнира – дань памяти героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 12-й раз на соревнованиях участвуют лучшие спортсмены из России, Азербайджана и Беларуси. Среди них – победители и призеры самых престижных мировых чемпионатов. Возраст участников – от 6 до 50 лет. Наша команда удачно выступает уже не в первый раз на этом турнире. Мы с удовольствием приезжаем, потому что здесь представлены разные регионы России. Нам очень приятно, потому что сколько клубов, столько и способов применять карате. Для нас это очень приятно и здорово. Третий год подряд в рамках турнира проводят соревнования по пара-карате. Обладатель черного пояса Сергей Симайкин – постоянный участник. Приехал на турнир со своими воспитанниками. Все его ученики – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Сам я пришел к этому через рукопашный бой. Мои первые шаги были там. Разрабатывали систему самообороны для людей, получивших травму позвоночника. Вошел, объединил многие боевые искусства для того, чтобы обезопасить ребят, потому что начали нападать. Судьями турнира ежегодно выступают именитые лица – японский сенсей Танака Такинори и президент Национальной ассоциации карате Алексей Долгов. В этот день на нескольких площадках в поединках кумите и ката выступили более 800 каратистов. Каждого из них ждало несколько боев. В поединках разыгрывается два третьих места, первое и второе. В поединках формальных ката разыгрывается первое, второе, третье место. Третье место одно. По итогам 12-го турнира имени Виктора Горбатко обладателями комплектов медалей стали более 250 спортсменов. Мария Кузьмичева, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.